Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Плей. У нас сегодня инди-хоррор от того самого известного, но уже буквально 17 лет забытого Ванюхи, который пугал нас очень много раз, очень многими играми. Короче говоря, он просил меня, говорит, добавь ссылку в описание на меня, на страничку, где можно купить эту игрушку, потому что, короче говоря, ссылка там есть, а пройдите по ссылке, прочитайте, что там написано. Очень интересная информация, на самом деле. Игра даже была представлена на Игромире, поэтому, само собой, давайте в нее поиграем. Короче говоря, ссылка на эту игру в описании под видео, обязательно зайдите и сделайте Ванюхе приятно, хотя бы напишите ему «Спасибо, Ванюха, ты просто красавчик». Хотя я бы не стал так заранее говорить, потому что мы знаем, что Ванюхины игры, они могут доставить немало проблем. Поехали, новая игра. Совет номер один. Некоторые монстры слепые, на расстоянии они вас не заметят, но не подходите к ним слишком близко, иначе вам конец! Кричит Ванюха мне сразу, говорит, типа, конец, не подходи, иначе тебе по жопе надают. Хорошо, Ванюха, без проблем. Я вообще буду держаться от них на полкилометра за картой. Я же выйду за карту. На Ванюхиных играх постоянно за карту выхожу, почему нет? Life Entertainment представляет... Представляет. Что он нам представляет? Он представляет нам какую-то картинку с театром. Приглашение, ряд. Игра создана по мотивам российской международной кинопремии хоррор-фильмом «В капле». Режиссер Виктор Буланкин. Окей. Разработчик Иван Тихонюк. Это Ванюха тот самый. Тот самый Ванюха, известный всем Ванюха. Мы идем. Мы пришли. Ох ты ж мать твою, скример! Неудивительно. Не, ну в трейлере скримеров бояться это не дело. Какого черта, где дверь? Хер его знает, пропала куда-то. Ладно, чё, Ванюха умеет скримерами пугать. Ванюха, он такой. Капля. Капля. Можно заменить среднюю букву на Б, и получится гораздо веселее слово. Итак, Капля. 23-26 января 2014 года. Город Москва. Капля. 4 режиссерская международная кинопремия ужасов. И женщина, которую можно подвинуть? Нельзя, окей. Вот мы, собственно, и, судя по всему, вместе, где проводилась эта кинопремия. Скорее всего, это режиссеры, которые снимали фильмы для этого фестиваля, которые очень сильно не понравились критикам, и критики решили им отомстить. Ничего удивительного, потому что мало в наше время снимают хорошего кино, тем более любительского. Нужен ключ. Окей, у меня, кстати, есть такой в фотошопе шрифт. Прикольный шрифт. Нужен ключ. Окей, я могу ползать. Могу садиться и ползать. Могу. Но шума от этого не меньше, поэтому... Это что такое? Фонарь есть у меня? Фонарь ку. Хуй, ку. Ничего не работает. Ладно, а вот и ключ, пожалуйста. Вы подняли ключ. Спасибо! Так, теперь можем куда-то пройти. Это FPS-креатор. Ванюха может на FPS-креаторе всякую херню делать. А, нужен ключ. Открывается. А здесь тоже откроется? Спасибо. А фонарь-то есть у меня? Нет здесь? Раньше, по-моему, Ванюха был фонарем, пользовался. Нажимаешь на кнопку, держи, и работает в это время фонарь. Привет, товарищи. Это, я так понимаю, режиссеры, да, которые там на стенах висят? Это их портреты, а там их тела. Ну, неплохо. Довольно-таки замечательно. Так, кто это у нас? Лалилала? Молява? Какие-то непонятные. Что у тебя с глазами, чувак? Тебе нужно побольше спать или поменьше принимать незаконных препаратов. Какой-то черно-белый чувак. Какой-то... Классный чувак, по-моему. О, злой чувак. Чувак в наушниках. Это все, что ли? Прикольненько. Зал славы, я так понимаю, какой-то международный... Спокойно. Международный зал славы. Здрасте. А, мадам, я там все посмотрел, короче, там ничего интересного. Идите, посмотрите вы. Иди туда. Сиди там, короче. Не бегай за мной. Так, я подобрал, короче, много ключей. Фу, на мышке сколько мусора, всякого пыли. Она застревает, это плохо. Как брать фонарь? Ванюха, скажи мне, пожалуйста, почему ты не играешь со мной одновременно и не подсказываешь мне подсказки? Спокойно. Так, а второй этаж у нас доступен?
Ой, тут даже бегать можно. Ну, это хорошо. И второй этаж доступен, да? Пойдем. О, отлично. Мы нашли первый тупичок, а это означает, что нам по-любому туда, и там надо искать ключ. Пойдем найдем. Это действительно дверь-то. Куда дверь-то пропала? Как это так вообще? Вы никогда не посещайте вот эти вот хоррор-фильмы. Там по-любому происходит какая-то чертовщина. Тихо. Сохранить. Окей. А то ведь этот FPS-креатор, там вылетают постоянные игры. Может, меня кто-нибудь убьет, мало ли тебе будет здесь. Тихо, тварь, что ты делаешь-то? Меня еще кто-нибудь убить может, наверное, до кучи, поэтому надо почаще сохраняться. Сральник. Вот в сральнике по-любому должен быть ключ. На самом деле здесь очень темно. Ой, это женский туалет, что ли? Извини, я не знал. Я приходил в мужской, я искал вообще ключ. По раковинам, по туалетам постоянно надо искать ключи в хоррор-играх. Твою же мать! Ах, Ванюха, умеешь мои ляжки обдрестать, прям красавчик, Ванюха, молодец. Не перестает радовать пацан, он сказал, что это его последняя игра. Я думаю, после того, как вы это посмотрите, вы все-таки пройдете по этой ссылке в описании, напишите Ванюхе. Напишите Ванюхе, Ванюха, ты что делаешь? Напишите ему. Какая нахер последняя игра, Ванюха, делай еще. А вот и первый монстр. А вот и он. О, шкаф из амнезии, ты посмотри. Не, играть в хоррор без фонаря, короче, вообще не хоррор. Какая-то беда. Ты чё, успокойся, подумаешь, кетчуп пролили. Ничего страшного не происходит. Всего лишь кетчуп. Это обеденный стол, все сожрали, кетчуп пролили. Просто ничего уборщица не пришла. Она просто приготовила себе помещение для уборки. Поставила стулья. Так, монстр, я вижу. Это горбатый ублюдок. Ну да ладно. Так, здесь темно, сюда не пойду, пойдем сюда. Я так думаю, монстр от меня не догонит, наверное. Ванюха сказал мне, что игра персонально. Ванюха снизошел до меня и написал, представляете, мне, добавил мне друзья, там классно. И говорит, игра минут на 40, наверное. Поэтому давайте-ка 40 минут в нее побегаем, правда, не за раз, а за два. Ай, твою мать! Пошел ты нахер, понял? Ой. Вы проиграли. Быстро. Быстро я проиграл. Ну, как бы давай. Загрузить игру, давай, поехали. Yes. Некоторые монстры слепые, а, это мы читали. Вот Ванюха. Вот так вот он творит свои игры, понимаете? Он загнал нас в тупик. И, по-моему, эта игра действительно, по крайней мере, по отсутствию пока что багов, одна из лучших произведений. Одно из лучших произведений Ванюхи. Нужен ключ. У меня есть ключи, что ты паришь меня. Так, знает зайти в сральник, тут у нас вылетит сейчас труп. Возможно, тут все на скриптах завязано, поэтому надо скрипты эти обратно все... О! Отлично. Так, теперь к нам идет монстр. Мы, значит, остаемся вот здесь вот. И ждем, пока он придет. За два раза, я говорю, мы запишем эту игру на две серии. Минут по 20. Минут по 20, понятненько. Где монстр-то? Ванюха! Где твой монстр? Скажи мне, пожалуйста, где он прячется? Идет! Идет, слышу! А где идет? Вон идет. Так, он пошел в ту комнату. Хорошо, в ту комнату иди, пока мне не жалко. Минут на 40, говорит он, эта игра по длительности, поэтому мы... Естественно, в две серии всю ее пройдем. И что нам это дает? Подожди, я что-то не понял, а где же ключ-то? Алло. Ванюха, ключ-то где? Так, надо отсюда быстренько швальнуть. Сейчас монстр придет. Может, ключ где-то в темноте? Фонарь, F-ку, ничего. Сяду пока здесь, сейчас монстр сюда пойдет по-любому. Держусь от него на расстоянии. А, здесь проход есть, нихера себе. А куда я иду вообще? Ну, допустим, здесь вокруг стола нет нигде ключа. Хорошо. Так здесь вообще нет нигде ключа. Ванюха, где ключ? Перестань присмеяться надо мной. Так, монстр ушел. Может, в ту еще сторону сходить? В ту еще сторону сходить? Там может быть ключ? Или может он где-то тут? Я в упор не вижу. Тогда я посижу пока здесь.
Так, монстр ушел, значит, можно сохраниться еще раз. Давай, перезапиши. Yes. Погнали повнимательнее в толчке посмотрим. Может, где-то среди кучи этого говна, который вылетел из унитаза, будет валяться ключ? Не исключено. Нету, 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 нету. Куча говна. Ключа нету, здесь нету. За женщиной ключа тоже нет. Сейчас вылетим на монстра и проиграем. Нет, пока не вылетаем. Ну ладно, ладно. Вон туда еще есть вариант сходить в темноту. Только монстра бы не встретить. Опа, монстр. Пойдем за ним. Он какой-то бесстрашный и не опасный совсем. Пойдем вот сюда сходим. Так, монстр там сейчас по кругу прогуляется, а мы пока пойдем сюда. Надо применить... Ой, граница, это конец! Так, все, спокойно сидим. До свидания. Так, давайте искать ключ. Срочно нужен ключ. Кровь, 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 кровь. Ключа здесь нет нигде, да? Кровь, кровь, кровь. Здесь вокруг стола мы прогулялись. Назад мы не отходим. По тени прошлись. Ключа нигде нет. Замечательно. Только начали играть в игру, уже проиграли, получается. Ни ключа, ничего здесь нет. Монстр где? Тихо. Здесь точно нет ключа нигде? Да хватит визжать-то. Чувак, ты болеешь соплями, что ли, какими, или что? Монстр. Куда он идет? Сюда идет. По кругу. Я уже разгадал его стратегию. Он ходит по кругу, он меня не видит. Так, ну здесь ключей точно нет, да? Может, я где-то пропустил их там на первом этаже, точнее, на в холле, так сказать. Пойдем в холл сходим. Я по-любому найдем, что ссыковать. Туда, правда, еще невнимательно мы сходили, но там, по-моему, нихера не было. Там просто ходит монстр. Да и насрать на него, в принципе. Ладно, выходи. Вот, хорошо. Так, чуваки, у вас нигде отключать не завалялось, алло. Прыгать ты не можешь? Не можешь. Надо бы на второй этаж попасть. Но почему-то здесь нихера нет. Странно, печальная история. Монстр отсюда не выходит, значит, здесь делать нечего. Нужен ключ. Да я знаю, что нужен ключ, а где его взять-то? Иван, что за дела? Где твой ключ? Женщина. А, это мужчина. У тебя нет ключа? Твою мать, иди отсюда! Я же сам ее сюда спрятал. Че это плюто? Может, где-нибудь на руке повис у кого-нибудь ключ? По-моему, на этих пьедесталах нихера нет. Здесь тоже нихера нет. Носатый, дай мне ключ. Не дает. Может, за какой-нибудь картиной? С каким-то товарищем из этих товарищей есть ключ. Нет, тут ни хера. Ну ладно. Нет, так нет. Может, здесь ограниченное количество ключей? Я просто все просрал. Здесь тоже чувак мне ключ не дает. Да ты издеваешься, Ванюк. Где ключ-то? Ну хорош. Дай ключ-то. Да всякий этот ключ где-то в той комнате, где меня монстр поймал. Вон он идет. Сейчас мы пойдем туда. Окей. До свидания. Так, надо срочно сюда попасть. А вон ключ на столе, твою мать, я что, слепой, что ли, такой? Или он здесь только появился? Ну как на столе, он, конечно, не на столе. Но он здесь есть. Вы подняли ключ, отлично. Теперь нам надо выбраться отсюда. На монстра не попасться, сяду вот так вот. Булочками перебирает, короче, и по полу такой шлеп, 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 шлеп. Еще камеру надо мотать. Шлеп, 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 шлеп. Модель прям. А фото практически. Где это мудила? Эй, монстрюга. А, вон он, все, валим отсюда. Этот монстр просто в упор не видит ни хера, он вообще слепой, прям полностью слепой. Отлично, мы попали с вами на второй этаж, это хорошо, это меня радует. Здесь, короче говоря, можно сохраниться прямо перед дверью. Сохранюсь, а то мало ли как говно начнется. Там по-любому еще какой-нибудь скример вылетит или что-то типа того, я прям уверен. Ванюха не даст мне заскучать в этой игре, сохранить, на, поехали. Отличненько. Опа! Опа! Хорош совет номер два. Почаще сохраняйте игру, мало ли что может случиться, но никогда не сохраняйтесь в положении сидя, например, в вентиляциях. Вот он. Первый баг игры, судя по всему, загрузка пройдет, наш персонаж встанет и застрянет в текстурах. Понятно, дельный совет, Ванюха, спасибо. Вот какого хера сейчас случилось? Почему я, например, потерял сейчас 19% здоровья? Сюда можно пройти? В положении сидя. F не открывается? Нет, не открывается. Какие страшные картинки, ты посмотри. Тройняшки. Банашка какая-то.
Здесь тоже надо где-то ключи искать, правильно? Там тупик. Туда никак не пробраться, правильно я понимаю? Скорее всего, нам сейчас дадут найти какие-нибудь ножницы, которые порежут эту решетку. А, текстурка, прикинь, дверь не открывающаяся. Ну, симпатичные такие господа. Нормальные картины. Ванюха умеет жути нагнать, да, чувак? У тебя зуб пропал, и сопля из носа идет. Что происходит сейчас? Че за херня? Вот этот в натуре сейчас сморкнулся. У того просто сопля течет, а этот прям сморкнулся. Это тупик, да? Какие-то темные уголки, ничего не понятно. Ах, Ванюха, юморист! Отвечаю, юморист. Прикалывается над нами всяко, да? Эх, Ванюха, черт, тот еще черт, ну да ладно. Не забудьте, я напоминаю, зайти и написать ему спасибо и сказать: Ванюха! Одумайся, какая нахер последняя игра? У тебя талант, делай игры. Делай игры только... Только не на FPS-креаторе, делай их на Unity, чтобы графа просто жарила еще один монстр. Уже с зелеными глазами. Ходячие светофоры скоро с желтыми появятся, да? Потом их мы объединим втроем, зарежем, положим, они будут нам движение разрешать. Здорово. Он ходит тоже по кругу, ну погнали. О, чувак, ты походу долго тут сидишь. А, это основной зал, да, где обсуждали, наверное, эти критики обсуждали фильмы, точнее, ну как обсуждали, обсирали их, наверное, скорее всего. Естественно, мы же видим... Это председатель кинокритиков? То есть, производители фильмов тоже на них обиделись немножечко и убили главного председателя. У тебя рука в центре. Это какая-то же этот ксеноморф из Dead Space, да? Или как он там правильно называется, не помню. Или ксеноморф это чужой. Не помню ни хера, короче говоря. Про какой-то Ванюхин хоррор говорили, что у него монстр спёрт из Dead Space. Собственно, скорее всего, он опять что-то спёр. Ой, какая добрая женщина. Посмотри, на какую-то актрису похожа. Не помню на какую, но, по-моему, на русскую. Так, давайте-ка немножечко сделаем вот так, потому что почаще сохраните игру, но не сохраните ее в этих, во всяких вентиляциях. А то будет печалька. Ты выходишь, нет? А, он идет. Все, я тут. Ленин! Зачем Ванюха вставил сюда Ленина? Он просто прохожий. Это не монстры, это какие-то прохожие. Женщина такая упоротая прям. Нормальная, че. Ни хера не видно, если честно. Ни хера. Но я вижу ключ. Найди скульптуру человека и открой вентиляцию. Скульптуру человека? Это мне скелет записку сюда вытащил, что ли? Прикольно. Ну, допустим, ладно. Вон скульптура человека, чё, я нашел скульптуру человека. Ой! А я и не посмотрел на скример-то совсем, Ванюха, извини. Я не специально, я не хотел. Я думал, все будет хорошо. Я нашел скульптуру человека. А, нихера себе. Открыл, да? Прикольненько. Это не человек, это не скульптура, Ванюха. Скульптура это полная обрисовка человека, это бюст. Запомни, это называется бюст. В следующей игре, когда будешь делать, а ты будешь делать следующую игру, потому что тебя заспамят, ребята. Никуда не денешься. Это называется бюст. Я открыл вентиляцию, допустим. Дальше чего? Где эта падла зеленоглазая? Зеленоглазая херня. На-на-на-на. Не убивай-ка ты меня. Тихо. Тарарайра. Я слышу падлу эту здесь. Тарарара. Ту-ру-ру-ру. А вот она уже здесь есть. Есть. Как там Боярский завывал свои молодые годы, не помню я. Так, ты по кругу у меня ходишь, да? До свидания, товарищ. Нормально так, с запиской, да, кругом моста. Это такой записка. Идешь, чтобы не забыть, что тебе нужно сделать. Это же классно, на самом деле, че? Ой, еще одну песню вспомнил. Какую-то про... По-моему, это из Сектор Газа песенка, да? Потому что скоро мы запели песенку. О, ла-ла-ла-ла-ла.
Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Неплохо. Так, а где у нас вентиляция? Это я и не помню. Понято. Прикольный пацан. Ладно, давайте прямо около этого пацана мы останемся. Вот так вот закроем ему рот, потому что у него, наверное, там воняет. Я скажу вам, что ссылка на плейлист с остальными инди-хоррорами будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайк, не забудьте зайти по ссылке в описании к Ванюхе, поблагодарить, сказать ему: «Ванюха, пели игры, твою мать!» Купить, конечно, эту игру, поиграть в нее. И все. До встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.